Rusia recrutează deținuți periculoși pentru frontul din Ucraina ca să compenseze pierderile uriașe de până acum. Acești voluntari nu sunt înscriși în rândul armatei, ci la grupul de mercenari Wagner. Evgenii Prigozhin, liderul Wagner și om de încredere al lui Putin, a fost filmat în timp ce promitea libertate tuturor celor care luptă 6 luni în Ucraina și dacă scapă cu viață. Evident, Prigozhin, care a stat 9 ani la închisoare pe vremea URSS pentru jaf și proxenetism, a spus că unii dintre pușcăriași pe care i-a adus în Ucraina au avut succes pe front. Singurul lucru care contează pentru recrutare e forța fizică. Война тяжелая, на всякие там чеченские и так далее. Близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут 2 гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех – это алкоголь, наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. Физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение и берем. Внимательно относимся к тем, кто сидит по 228, исключительно исходя из того, была зависимость или нет. Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям. Но понимаем, что бывают ошибки. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. Au apărut noi semne